Дамы и господа, мы в прямом эфире конкурса «Найди лишнее». Признанный всеми Дибидаба чемпион по загадкам Сэмуэль готов начать. Ему легко даются любые загадки. Посмотрим, как он справится на этот здесь раз. Будет золотая! Ура! 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 Это слишком просто. В истории Уэнсдей не было барашка. У тебя неплохо получается. Но что великий отгадчик скажет на это? Ух ты! И правильный ответ. Напряжение будет... нарастает. Неужели на этот раз Сэмуэль потерпит? Хватит говорить ерунду, сглазишь. Мой ответ — цветы. И ты ошибся. Это просто невозможно. Видите, торт съедобный, а остальное нет. Что? Как? Ты же шутишь, да? Как такое вообще возможно? На самом деле это не так уж и сложно. Пойдем, я покажу. Что за... Это твоя вина. Из-за тебя я проиграл. Кто готов нарисовать съедобный торт? Ох, Сэмми. Привет, друзья. Сегодня мы будем печь торт «Красный бархат». Вот все наши сухие ингредиенты. Чтобы тесто получилось воздушным... Мы будем на него дуть. Сэмми, ты забыл, как готовить? Нам нужна помощь шефа Слэймиони. Мамма мия, мы не разогрели духовку. Так-то лучше. Итак, чтобы сделать тесто более воздушным, нужно просеять все сухие ингредиенты. За дело! Высыпаем. Теперь все хорошенько перемешиваем. Вот так. Можешь продолжать, Сью. О, ну спасибо, что сообщил шеф Слэймиони. Добавим немного сахара в масло комнатной температуры и хорошенько взобьем. Ого, вот это мощь! Народ, не пользуйтесь кухонными приборами без взрослых! Также нам понадобится немного растительного масла, немного уксуса. Ах, да, еще яйца, конечно же. Ну, где же они? Ага! Ой, Сэмми, у меня тут проблема. Все в порядке, мамочка. Ты перепутала гнездо. Я отведу тебя к твоему. Ох, не думала, что готовка может быть такой опасной. И последний ингредиент на этом этапе – пахта. Вливаем. И теперь снова... Нет, 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 только не миксер. Мама птица его боится. О, бедняжка. Ладно, тогда используем магию. Вжух. Осталось только соединить содержимое этих двух мисок. Ага. Эй, мужа. Фу, Сэмми, ты опять забыл зарядить палочку. Ой, прости. Но я знаю, что делать. Подвинься. Сейчас я осторожно еще немного... Да? Ага. Ну вот и все. Готово. Класс. Спасибо! Мы на финишном этапе приготовления теста. Раскраски. Ну что, Сэмми, вы с мамой готовы? Готовы как никогда, Сьюзи. Тогда поехали! Что ж, давайте посмотрим, что у нас получилось. Отлично! Друзья, поставим тесто в духовку на 40 минут, а сами займемся глазурью. Что это было? Прости, на нашем канале появился новый шеф-повар. Для приготовления глазури она предлагает использовать сливки и сыр. Друзья, мы хотели пригласить новую звезду, но не пришла. На самом деле сливочный сыр нам действительно нужен, но вот такой. И примерно вот столько сахарной пудры. Оп, немного ванильного экстракта. Пахнет так вкусно. Сэмми, ты в порядке? Ты так сильно врезался, что смесь взбилась и окрасилась. Я в порядке, но мне нужно прилечь. Ну, конечно. А мы тут пока закончим. А вот и масло. Теперь мы все смешаем. Только посмотрите на идеальную консистенцию нашей глазури. О, наверное, это бисквит. Ага, у меня не так много времени. Быстрее, быстрее, всего одну ложечку. Что здесь происходит? Сьюзи, я просто хотел, так сказать, оценить твою стряпню. Ах, ты маленький хитрец. Помоги мне доделать торт и потом все вместе оценим. А что ты делаешь? Поскольку наш торт должен выглядеть как треугольный кусок, нужно вырезать детали нужной формы и одинакового размера. Вот, держи. Можешь заморить червячка. И мы наконец-то можем приступить к сборке нашего торта. Поставьте нам лайк, если вы рады. Сначала нанесем немного глазури, чтобы торт не соскальзывал. А вот и он, первый слой бисквитного торта. Было вкусно, но так мало. Мы готовы помочь. Это просто замечательно. Можешь аккуратно разровнять глазурь. Сейчас я покажу, как это делается. Вот так, аккуратно, ага, все готово. Спасибо.
А вот и второй слой. И еще немного глазури. Выглядит аппетитно. Для мультяшного торта игрушки придутся как нельзя кстати. Вот так и вот так. Последний слой нашего торта уже на своем месте. Покроем его глазурью. Немного ускоримся. Ну вот и все. Последний этап самый интересный. Украшение. Чему ты радуешься? Я здесь шеф-повар, а ты будешь мыть посуду. Как холодно, внезапно. А что это такое? Недоделанный снеговик? А? Почему он желтый, а? Хватит путать зрителей. Это помадка для украшения тортов. А мука на столе, чтобы не прилипала. Посыпать стол мукой. Ясно? Да, ясно. Теперь смотрите внимательно. Наш следующий шаг. Аккуратно перенести помадку на торт, обернув его по бокам вот так. Ты открыл кулинарную школу на стороне, а? Конечно, я же должен передать свой опыт следующим поколениям. Помадку какого цвета возьмем дальше? Я знаю, зеленую. Неправильный ответ. А ты? Розовый, ответ всегда розовый. Это правда, мы используем много розового. Но вы можете украсить свой торт иначе. Вы ведь попробуете его сделать? Если да, то жмите подписаться. А если однозначно да, то ставьте лайк. Так, на этом этапе действительно нужна твердая рука. И вуаля! Глазурь будто просто красиво стекает сверху. Ух ты, какой классный ховерборд! О, как раз вовремя. Мы выровняли поверхность нашего торта. Это очень важно. У меня недостаточно навыков, чтобы управлять этой штукой. Зато ты нашел следующий элемент декора. Приделаем его сюда. Сэмми, ты можешь достать мне еще одну такую полоску? Подожди, Сью, я хочу сам прикрепить ее. Ну и кто здесь мастер, а? Я закончил. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А? Ой, это не я. Это еще один элемент декора. А вот и вишенка на торте. Знаешь что? Торт выглядит довольно аппетитно, с этим не поспоришь. Но на картинку это совсем не похоже. А? Что это было? Это, мой друг, именно то, что поможет придать торту желаемый эффект. Не понимаю, как именно эта штука? О, оу, мой фет, что происходит? С помощью этого устройства можно легко и быстро изготовить вот такую лапшу из черной помадки. Теперь возьмем одну полоску и очертим все контуры торта и элементы декора. Вот так. А вот и свечка. Ее мы тоже сделали из помадки и высушили, чтобы она казалась нарисованной. Теперь, если посмотреть на наш торт с этого ракурса, он будет казаться ненастоящим. Это удивительно. Как просто и круто одновременно. Чемпионы вновь встретились на поединке, болельщики затаили дыхание. Кто же победит на этот раз? Я так больше не могу, слишком большое напряжение. Так, мой ход. И шах, и мат. Торт мой. На-на-на-на-на-на. Что со мной сегодня не так? Я знаю, ты приносишь мне неудачу. Да ладно тебе, Сэмми, я с тобой поделюсь. Что? Не понимаю. Вот в чем Сью. Мы вроде как уже съели торт. Ничего. У меня еще есть остатки бисквита для нового торта. Друзья, спасибо, что были сегодня с нами. До скорой встречи. Всем пока. Сью, подожди, я тоже хочу новый.